конференции принимают участие более 100 специалистов и экспертов, в том числе депутаты парламентского собрания, члены постоянного комитета союзного государства, представители органов законодательной и исполнительной власти, государственного управления Республики Беларусь, а также российские и белорусские ученые. Основная цель конференции – выработка предложений по нормативно-правовому регулированию процесса взаимодействия России и Беларуси в сфере обеспечения политической, военной, социальной и экономической безопасности союзного государства, а также последующего их практического использования. Я верю о том, что тот фундамент, который за эти годы при строительстве союзного государства был заложен, укреплен, на этом фундаменте можно строить новые взаимоотношения. И роль парламентского собрания в этом очень-очень большая. Конференция будет проходить в течение 2 дней. Я добавлю, что форумы и другие мероприятия с участием 2 стран проходят в Сочи регулярно. Так, например, год назад курорт принимал межрегиональный российско-белорусский форум, главными спикерами которого стали президенты 2 стран.